Останкинская башня. Я не знаю, как это будет выглядеть потом на экране, но так вот отсюда, с Москвы, очень даже неплохо смотрится. Иду снимать лидеров. 7 женских досок и не знаю сколько мужских. Ну, сегодня у меня, естественно, хорошее настроение, я выиграл, поэтому я и иду. А так, не очень-то. О! Известный российский оператор Потемкин снимает нас. Так, ты теперь меня в оператор уже при... Ну, шофер произвел меня в операторы, гроссмейстер Иванов. Ну? С видеосъемкой? Ну, мы идем. Ну, с экскортом, чтоб так, чтоб все было... Вот так Александр Александрович Иванов по пути попался. Ты там главный судья? В этом зале старший судья. Ну да, старший судья. Понятненько. Ну пойдем. У меня есть немножко. Как турнир? Что же сыграл? Кому? А ты куда? Куринич? Так, иду на съемку. Так, это очень лестница сильно. Засните, идем, что они постоянно болеют. Каждый день здесь приходят на мочалатуру и живут до конца. Понятно. Хорошо. Так, ну идем все-таки в зал.